Всем привет! Продолжаем путешествовать по городу Петербургу. Васильевский остров, доходный дом Ершова, пятая линия Васильевского, дом 52, архитекторы Демьяновский, год постройки 1897, стиль эклектика, доходный дом Ершова. 1897, как я уже сказал, архитектор Демьяновский Валентин Александрович. Доходный дом был построен для купца Ершова. В 1897 году крупный петербургский зодчий Демьяновский построил четырехэтажный доходный дом. К нашему времени хорошо сохранилась эклектическая обработка фасада с лепными и металлическими элементами декора, львиными масками в замковых камнях окон первого этажа, маской Меркурия и зонтиком на изящных кованых кронштейнах над парадным входом, художественными решетками балконов и парадной лестницы. Картуш с монограммой «Е» над аркой ворот напоминает о владельце, купце Ершове, для которого был и возведен этот дом. В этом доме жили ботаник-академик Бородин в 1904-1907 годах, прославившийся своими трудами по физиологии растений, проблемами их дыхания, хлорофилла и так далее. В 1914-1917 годах здесь жил геолог Губкин, организатор советской нефтяной геологии, лауреат премии Ленина, председатель азербайджанского филиала Академии наук СССР. В 1915-1917 годах биохимик-академик Данилевский, российский биохимик, физиолог, фармаколог, один из основоположников русской биохимии, заведующий кафедрой медицинской химии и физики, нормальной физиологии и фармакологии в Харьковском университете, начальник Императорской военно-медицинской академии. В 1860-е годы здесь жил архитектор Изенбек. В 1905-1906 ботаник Любименко. В 1907-1910 филолог Мазалевский, литературовед и библиограф. В 1899-1901 экономист Слонимский, русский экономист, политолог, социолог, юрист, публицист. В 1900-1902 году здесь жил языковед Чернышов, русский советский языковед, член-корреспондент Академии наук СССР. Вот сколько знаменитостей жило в этом доме. Ну, собственно говоря, наверное, и все. Пользовался я данными сайта City Walls. Вот такая информация по дому номер 52 у пятой линии Васильевского острова. Все, пока-пока. Всем привет. До свидания.